Избирательный участок, Владивостокское шоссе 22. Здравствуйте. Мы просто хотим посмотреть, как у вас выборы происходят. Что, какие мальчики? Вы кто такие? Подождите, мы тут с одним человеком разговариваем. Можно? Нет, подождите, документы предоставьте. Трогайте меня. Да что бы я вас не трогал? А почему? А что ты лезешь наглую? Что наглую? Кто толкает? Все, документы быстро показали. Ну, документы. А на основании каких документов здесь Конечно, вы же понимаете, что есть. Показывай. Есть состояние прессы. А так можно сфотографировать? А зачем? Я вам предоставил. Можно, я не смотрю. Почему? Я вам показываю. Вы знаете, у вас не действительно. А вы покажите документ. Почему? Идите, выясняйте, как не получали, и выясняйте, чьи вам внимательно. Вы чем? Документы у вас недействительные. На каком основании сказали, что недействительные? Если нам их выдали. У меня есть замечание к этому документу, у вас там неверные данные. Какие данные неверные? Ну, обыкновенные. Это мне конкретно скажите. Вы же прекрасно знаете, о чем что мы знаем. Стоите, спорите. Все, ну что вы глазки сширите? Давайте, давайте, на выход, ребята. Куда? На выход. Идите, документы свои поправляйте. А что с ним не так? Вы конкретно можете сказать? Конкретно идите тому, кто вам выдавал. Нет, вы говорите, если не действительно. Туда идите, туда идите. Куда туда идти? Все, выходим. На выход. Нет, а куда туда? В полицию позвоню, быстро. Те, кто вам выдал документы. Вы конкретно можете сказать, что с ними не так? Я вам еще раз повторяю, у вас там неверно. Вы, девочки, смотрите. Нет, я вам так же могу сказать, вы мне паспорт. У меня синяк, сейчас трампунт поеду. Мне все снимается, мы даже к вам шаг не сделали. Серьезно? Называйте. Вот вам вроде лет много, а ведете себя как дети. Я вот в шоке, блядь. Я в шоке. До свидания. Чего пришли сюда? Хорошо, до свидания. Всего хорошего. Дай бог.